Всем привет! Сегодня мы рассмотрим бюджетный IPS-монитор LG 24MP500. Он отлично подойдет как для офиса, так и для дома. Поставляется в картонной коробке без транспортировочной ручки, что неудобно, если заказывали самовывозом. В коробке, кроме самого монитора, можно найти металлическое по ощущениям крепление, пластиковую подставку, блок питания, HDMI кабель, шурупы и руководство пользователя с гарантийником. До крепления на подставку монитор выглядит как огромный безрамочный планшет. В принципе, его можно использовать и без ножки. Присутствует возможность крепления на стену. Ножка и монитор соединяются с помощью трех шурупов. Собирается легко. Крепление надежное и выглядит монитор на подставке очень красиво. На ножке снизу имеются 4 резиновые накладки, чтобы минимизировать скольжение по поверхности. Подставка минималистичная, однако с возможностью регулировки угла наклона в диапазоне от минус 5 до плюс 15 градусов. Цвет монитора, точнее его подставка и задняя часть, может быть белая или черная. Рамка экрана только черная. Диагональ монитора составляет 23,8 дюйма, с соотношением сторон 16 к 9, но в продаже эту модель можно найти и в 27-дюймовом исполнении. Вес с подставкой 3,3 кг, вес без подставки 2,7. Монитор поддерживает разрешение Full HD с частотой обновления до 75 Гц. На задней стороне расположился хаб из двух HDMI, версии 1.4. Там же находится разъем для питания и 3,5-мм аудиоразъем, чтобы выводить звук через наушники. Кнопка включения и управления в меню настроек монитора расположилась снизу. Угол обзора 178 градусов. Специальное покрытие препятствует возникновению бликов. Устройство дает возможность продуктивно работать с текстом, таблицами и документами, получать удовольствие от фильмов и игр. Время отклика 5 миллисекунд. Благодаря тонким рамкам монитор можно использовать для создания мультимониторной системы из двух или трех аналогичных устройств. Яркость 250 кандел на метр. Цветовой охват NTSC всего 72%. В настройках можно подобрать оптимальный режим для работы или настроить его вручную под себя. Для геймеров же поддерживается AMD FreeSync и NVIDIA G-Sync. Это означает, что видео в самых динамичных сценах будет воспроизводиться плавно. Live Color Low. Данный режим уменьшает количество производимого вредного синего цвета. Кроме того, это помогает предотвратить переутомление глаз пользователя, без негативного влияния на качество изображения. Монитор мне понравился. Мой КТ тоже одобрил, причем еще на стадии распаковки из коробки. Хорошая сборка, в нижней рамке только зазор присутствовал. Если самостоятельно не трогать, не видно. Рамка тонкая, картинка приятная, глаза не режет. Много режимов и все они работают. Немного не хватило контрастности и насыщенности. Небольшая, как сказать, белая пелена у изображения присутствует. А так тонкий, стильный, недорогой, визуально красивый и легко дополнит любой интерьер. Ссылочки, где брал, как всегда, можете найти в описании. Там же найдете ссылку на мой телеграм-канал, где выкладываю промокоды и купоны, чтобы покупки на AliExpress вышли вам дешевле.